Добрый вечер, ребята. Итак, когда заняться нечем, значит, бездельник занимается вот такими делами. Я имею в виду себя, бездельника. Да, Гоги? Гогли-богли. Гоги, сюда смотри, видел? Гоги, иди сюда смотри, говорю. Ты такой прикольный, Гоги. Гоги были. Короче, ребята. Гоги отказался от таких кусочек. Ну это шкура, сало, я не знаю, все вместе, короче, ребята. Значит, сначала вот один слой посмотрим. Ну у него, так сказать, ну он не широкий такой, ребята. Ну местами, короче, по 5, по 7 миллиметров, так сказать. Сначала с 10 метров, значит, сначала попробуем. Потом, естественно, уже по 2 повесим, вот один, добавим второй. И начнем, короче, фигачить. Сначала на 10 метров. Куки, блядь. Короче, сейчас я устрою. Тут. Потом, естественно, я хочу пулю поймать, как вчера поймали. Посмотрели, что с ним стало. Вот так пускай будет. Вот, вот она нормально. Пули в карман насыплю. 3-4 штучки. Чтобы не бегать оттуда. Естественно, попал, ребята. Ну я мазила, но по таким вещам я попадаю. Я сейчас с места покажу. Почему? А он не пробил, кстати, вот так вот. Вот попадание, видите? Ребята, вот вам и сало, блин. Не сало, а шкура. А давайте я еще раз бабахну сейчас с 10 метров. И уже потом отойду на... Не отойду, а поближе буду с 5 метров. Да. Сейчас я приближу его, ребята. Еще приближу. Он ни хрена не пробивает. Видите, ребята, какой он у нас. Шкура сальчика, блин. Короче, сейчас я буду с 5 метров, ребята, вот прям где камера, рядышком, вот, и бабах, ну сейчас посмотрим. Было попадание. Вот. Ребята, не хочет пробить, не хочет. Так, пули у нас куда деваются, интересно? Пули я не нахожу. Блин. А давайте я еще ближе подойду. Короче, 150 метров не хватает.
150 метров, ребята, не хватает, чтобы шкуру пробить. Я еще понимаю, ребята, знаете, в чем дело? Если он упирался бы во что-то, да? Да, нормально, понимаете, да? Ну, физика, короче, простая. Сейчас его качает, и вся энергия на эту качку переходит, поняли, да? Шкура же не тяжелая. Давайте я другой кусок возьму сейчас. Или... Короче, я на другой кусок попробую, или на этот попробую. Не хочет, ребята, не хочет. Вот вам сало, блин. В упор не хочет даже. Сейчас посмотрим, что оттуда видно. Блин, охренеть можно, да? Вот сальце, блин. Не сало, а это кусок, короче. Ура, ну. Я его подержал снизу, чтобы он не качался. Все равно не пробило, блин. Я сейчас коробку снизу поставлю, чтобы пуля падала в коробку. Если что, если я его поймаю сейчас. Она в коробке у меня, ребята, пуля. Смотрите, попадание. Вообще не пробивает. Вот. Сейчас коробки пулю. Ара. Короче, сейчас я его. Вот смотрите. О! Угу. Гоги, отойди, Гоги. Короче, ребята, насчет этот сегодня. Вот вчера разобрал один зонтик, сегодня другой. Видите, да? Вот. Они разных диаметров. Короче, можно собирать уже ППП. Или на ударник куда-нибудь ставить, на ударник, знаете, да, PCP ударник, короче. Ну, кто не знает, узнает. Короче, достаем пулю, ребятушки. Это у нас вчерашняя пуля, смотрим. Это у нас вчерашняя пуля. Вот смотрите, она красивая. А сейчас достанем другую пулю. Достали пулю, ребята. Она вся деформированная. Видите, да? Смотрите. Юбка такая широкая стала. Вот сравним их. Короче, вот такие пироги, ребята. Шкура вам не... Хухры-мухры, короче. Вот что свиная шкура делает. Так что... Все, короче, ребят, до свидания всем.